Когда в ссоре заканчиваются слова, в ход идут кулаки, а в некоторых случаях любые подручные средства. Так, избиение палкой своего знакомого привело на скамью подсудимых 35-летнего жителя города Ковылкино. Следователи предъявили ему обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. 31 мая текущего года в полицию поступило сообщение из Ковылкинской районной больницы. В медицинское учреждение с ушибами почек был доставлен местный житель. Инцидент произошел в 7 часов вечера на одной из улиц Ковылкино. Обвиняемый 39-летний потерпевший, который находился в состоянии алкогольного опьянения, выясняли отношения. В ходе словесной ссоры 35-летний ковылкинец поднял с земли деревянную палку и несколько раз ударил ею потерпевшего. После того, как орудие преступления сломалось, он скрылся, а потерпевший обратился в больницу. В результате проводимых мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность к произошедшему ранее судимого жителя Ковылкино. Свою вину мужчина признал полностью, до приговора суда был на свободе под обязательством о явке. Решением местной Фемиды человека с палкой на 2 года отправили в колонию общего режима. Под стражу ковылкинца взяли прямо в зале судебных заседаний. Екатерина Чермянина, программа «Происшествия».